Thank you.
Зайдем, Наташенька.
Розула.
Thank you.
Говорила серая, Боже мой, говорила серая, Боже мой. Верно мне усадика, говорила Манечка, Боже мой, говорила Манечка, Боже мой. Верно мне у девушка, жила я у батюшки 3 года, лела русу косыньку хоть 3 ряда. Добрый вечер, дорогие друзья. Наконец-то я могу сказать вам здравствуйте. Они мне все не давали вам сказать это самое здравствуйте. Все говорили, не говори им здравствуйте. Мы и так скажем своими речами музыкальными. Ну, несмотря на столь многочисленную публику, да, тут, наверное, даже половина ушла, наверное, да? Нет? Ничего? Мы как-то и не заметили в процессе. Тем не менее, мы очень рады вас всех видеть. Это просто супер, что вы пришли нам навстречу. Вот. И вы знаете, я всегда говорю эти слова в окончании или в начале, что то, что мы играем, это, собственно, не музыка. Это есть объяснение в любви вам, всем нашим друзьям, которые пришли нас сегодня послушать. Спасибо вам. Но прежде чем я сейчас с этой сцены уйду, я хочу представить вам наших музыкантов. Итак, да, хочу представить, да. Вот, значит, сегодня у вас в гостях, или вы были в гостях у, как тут сказать, квинтет, квартет, потому что изначально мы задумывались как дуэт, то есть Евгения и Анастасия Маслобоева, это вот я и моя дочь. Но нашлось масса еще талантливых людей, которые сказали, а давайте мы с вами поиграем, и мы сказали, давайте. Итак, Владимир Марков, варган. А где наш суровый... А, вот. Итак, наш гениальный, просто конг-гениальный саксофонист Антон Жульман. Извините. Настоящая фамилия у него не Жульман, конечно. То есть вы все это понимаете. Итак, да. Антоха, как у тебя фамилия, слушай? Да, я знаю. Антон Рязанов, несмотря на внешность. Просто счастливое сочетание человека с компьютером, гениальнейшее порождение цифровой техники Николай Легейда. Вот сейчас он там скромно закуривает сигарету. Вы знаете, что интересно, Коля просто вот прирожденный, скажем так, друг компьютера и друг вот таких вот всяческих инструментов, которые очень маленькие, но такие противные. Всю дорогу гудели. Вот. Так, теперь будет самое главное, самое страшное. Потому что я вам не сказал, не открыл маленький секрет. Вообще-то мы приехали из далекого-далекого города,
Иркутская, который стоит на очень глубоком озере Байкал. Извините, мы вам не привезли ни нерпу, ни омуля, ничего другого, кроме песен и себя. Но тут оказались в городе Санкт-Петербурге наши друзья. Мы даже не сами не знали, что они наши друзья. И тут мы так сдружились, подружились. И вообще просто чудеснейшие, изумительные люди, гениальные музыканты, талантливые. Просто у меня нет слов, одни вот какие-то слюнообразные выделения от радости, от счастья, что я познакомился с такими людьми. Действительно, вот сейчас я хочу представить. Правда, я не знаю их фамилий, но... Мы вообще-то впервые почти увиделись. Итак, Ирина, как ваша фамилия? Вот черт возьми. Итак, Ирина Вильман. Максим. Итак, слушайте, вот была такая звезда, по-моему, в поп-музыке, Женя Белоусов, это мы помним. Вот Максим Белоусов, вы случайно не родственник? Женя Белоусов. Вот видите. Итак, Максим Белоусов. Ну, мы вам привезли тут, скажем, немножко какие-то вот такие постмодернистские веяния. Вот мы с Максимом здесь изображали, значит, маленький бяджун такой, да, вот с помощью питерских умывальников, вот этого комбика и так далее. И когда у нас там были всякие посвисты такие, вы не думайте, пожалуйста, что это просто наша недоработка. На самом деле мы очень любим играть вот с такими неформатными звуками. Это все было запланировано. Для тех, кому наша музыка понравилась, вон там в уголочке лежат диски, которые мы выпускаем, правда, пока вот с Анастасией. Мы выпускаем в Лондоне на Leo Records. И там совсем другая музыка, потому что Антон вот пока не смог поехать с нами в Лондон. Да, иначе была бы музыка очень похожа. Но, тем не менее, вот там лежит два диска, и вы можете их приобрести по почти символической цене. Все. Теперь, если у вас есть вопросы, пожелания... Нет, я представил с самого начала. Ты уходи. Да. Ну вот еще раз, для тех, кто уходил, и для Антона Жульмана, Антона Рязанова. Итак, Анастасия Маслобоева. Вот. Чудеснейший человек, талантливейший, просто, да. И в то же время по совместительству моя дочь. Ну вот, ну а я, соответственно, ее папа. Ну, и руководитель этого проекта. Спасибо. А здесь одна. До новых встреч в эфире, что ли? Спасибо! А? Еще поиграть? Давайте, мы поиграем. Пожалуйста, напишите что-нибудь, да? То есть, пожалуйста, давайте. Прошу, сыграем. Ух, до-мажор. До-мажор такой. Ну, в общем, без репетиции мы как бы решили немножечко тряхнуть стариной. Старина, где ты? Мы тебя тряхнем. Как так? Thank you.
поддерживает, да пяток на жуке приговаривает. Еще надо? На гряной неделе русалки сидели и рано-рано сидели русалки на кривой дороге.
кривой дороге, на кривой березе. Просили русалки в доме сон, и рано-рано. И хлеба, и соли горькой цибули. Спасибо вам, дорогие наши. Просто мы вас любим все больше и больше. Так уже невозможно больше любить, а мы любим. Спасибо, до свидания. Хотя мы можем еще поиграть. Давайте. Поиграем? Давайте. Если мы вам еще не надоели, можно и поиграть. Только когда мы еще увидимся? Будете у нас на Колыме? Thank you.
Ну что ж, эта композиция посвящается нашему солнечному другу из не менее солнечного Антону Рязанову, потому что только благодаря его стараниям мы с вами собрались здесь, а он так скромно уходит. Тем не менее, Антошка, это в честь тебя звучит данная композиция.